Переводом Всем Владимир. привет, это шахматный Феникс, и это шахматный камбэк, и исполняем мы план Платона Гальперина с переводом ладьи с пункта А2 на пункт H2. И последующий, я так понял, атака на королевском флаге. Но так как вести ладью не очень удобно, то нам предстоит сначала повести свои пешки в атаку. Нет, сейчас сказать. Два приема ладью. Сейчас ладью на G2, потом H2. О, мат дадим. Неплохо катится, кстати. Смотри. H4. Не, мы, по-моему, очень позиционно играем. Как можно так хуже себе придумать, объясни? Не, мы же белую атаку поспорим. Вот, ребята, план Платона Гальперина, молодого таланта из Украины. Платон знает, что посоветовать. Тут, собственно, сами видите позицию на доске. Вот уже HG это серьезное. OGH. Серьезное подспорье. Вот у нас уже лишняя фигура. И... Платон знает, что посоветовать. Это я уже давно понял. Так, а GH? Можно GH, да. По-моему, сейчас вам придется... закупаю своего слона. Отлично. Так. Ну, кстати, надо... атаки уже нет. Надо переходить на позиционный рельс. Ферзь F3. Прям под коней E5. Ферзь E2. Да. Пожалуй. И H5. Может быть, да. Конь F3 и H5. А, не страшно. Давай подразовьемся сначала. Не помешает? Да. Ну, второго коня. Конь на E4, там H5 и уже. Мы атакуем, в общем. Там еще и король на H8 не спрячется, потому что слон сюда присоединится, наверное, вряд ли. Что нам сейчас мешает сыграть HG? У нас немножко вот эти фигуры не играют. Проблема, конечно. Это такой, просто, понимаешь, это такой план? Ну да, мы уже получили много, но все сразу как-то не выходит. Давай коня поведем. Может быть сюда, может быть взять и HG. Может просто HG, там по ситуации. Не допускаем хода G5. За черных. За под два поля, по-моему, черт не забирались играть G5. Ну да, на всякий случай еще слона подпрыжет. Не помешаем. Король H8, мне кажется, будет сыгран за черным сейчас. CD, слон по 2 можно. А, вот так вот. А идея, наверное. У нее 4 есть ход. Есть, да. Есть конь e4, есть hg. Да, конь e4. Мне уже не нравится, что нас начнут как-то бить. Если мы не поймем меры. Можно минуту добавить сопернику. Зачем? Чтобы было. А. На b3, кстати, висит. Ну, закрывать не очень хочется, да? Нет, cd, мы b2 сыграем. Там после ладья c8 у нас некоторые шансы получить мат. Некоторые. Но не страшно. Сыграно. Не, ну ферзь после ферзь b3 как-то совсем печально, нет? Ферзь d1 приходится, что ли? Может быть. Это я думаю, что белый слон хорошая позиция. Давайте почему ферзь d1, потому что на e2 сыграем, рокируем просто. Согласен. Мы же можем рокировать, да? Можем, мы не ходили когда. Точно. Есть такая функция. Ну вот видишь, он куда-то переводит слона. Не, сейчас рокировка будет, все нормально. Ну да, король себя вообще уютно будет чувствовать под присмотром артиллерии наших фигур. Что это за ход? Не знаю, конь g5 может прийти. Там, видимо, хочет коня f4 накатить. Ну ладно, конь g5 сыграем. F4, слон D4, белое на опережение, я думаю, успеет. А, вот так вот, поэтому. Ладья G2? В чем проблема? Мне кажется, можно уже добивать. Ну, а G просится. Или сначала слона? Слон D4, F3. Слон E5, F2. Уже мы загнулись. Неприятно.
Знаешь. И у нас 30 секунд. Это нормально. Обычный, да, процесс? Да. Что-то все у нас в вязках, какие-то позиции очень иррациональные. Но грозит. Ты дебют видел? Ну, понятно. И королем никуда не отойдешь вообще. Ну, наверное, может быть, слон F3 надо было. Ладно, сейчас я пойду руку флага. Как можно было ту позицию превратить в руку флага, это, конечно, талантливо. Хотя объективно, мне кажется, белых неплохо. Ладья c1 не страшно. Почему? Фигура все еще не там, где надо. Уже все защищено. Продолжать отдавать пешки нам. С другой стороны, всего лишь одна лишняя будет, но. Что наш 2 не жилет, наш 6, прошу прощения. С другой стороны, сейчас конь на e4 очень удачно перейдет. Шах. Обратно, конь g5 грозит. Конь f6 грозит. Конь f6 прошло. Наверное, возьмем слона все-таки. Почему? Больше материала. Больше материала. Больше материала. h7. h7 и... Видимо, еще одну фигурку придется отдать. Да, и на этом партия заканчивается. Причем без рубки флага. Целых 5 секунд. Да. Да, ну что, план Платона Гальперина был. Неплох. Я пытался его испортить своей ужасной игрой, но... Суть главное, что мы получили мощную атаку на короля прямо в дебюте. Ну вот здесь так что? Движок, включи здесь движок, мне кажется, здесь неплохо. Ну, чуть похуже. Да, всем спасибо за внимание. Я думаю, где-то проигрывали, если честно.